Одно из четырех градообразующих предприятий Ленинского района в этом году отмечает юбилей. 20 лет производственное объединение «Албис» изготавливает высокотехнологическую продукцию для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений различного направления. «Албис» обеспечивает заказчику полный спектр услуг – от первоначальных замеров, разработки дизайна, проектирования, производства до монтажа и сдачи, что называется, под ключ. Сегодняшний этап – это просто дальнейшее развитие данного предприятия, открытие нового направления в производстве строительных материалов, продолжение развития данной группы компаний. Появится 100 новых рабочих мест, это очень важно. На предприятии работает сегодня 1200 человек с неплохой заработной платой. Соответственно, это все-таки наши налоги. В новом цеху будет изготавливаться абсолютная новинка – фальшполы. До этого такой материал приходилось закупать за рубежом. В связи с активным импортозамещением предприятие «Албис» сделало прорыв на российском рынке. Первый пусковой комплекс расположился на 10 тысячах квадратных метрах территории, на которых работает 4 автоматические линии по производству продукта. Фальшполы широко применяются в производственных и общественных помещениях. Их преимущество в удобном изолировании коммуникаций и проводов. Особенно это актуально для офисов. Но и в домашних условиях фальшпол станет нужной находкой. Есть три разновидности панелей. Первое – это древесно-стружечная плита высокой прочности, плотности. Второе – это сульфат кальция. Как правило, эти панели применяются там, где требуется показатель горючести НГ, не горючий. И панели из сварного металла – это AirVent. Там, где требуется определенная вентиляция для помещений, там, где установлен фальшпол. Фальшполы изготавливаются из древесно-стружечных плит высокой прочности и в зависимости от желания заказчика могут выдерживать от 600 до 1000 килограммов на квадратный метр, а высота стоек, на которые ложатся плиты, варьируется от 5 сантиметров до метра. За счет сделанных нами инвестиций в новейшие технологические линии мы получаем продукт, не только не уступающий европейским аналогам, по качественным характеристикам, прочности, надежности и безопасности. Но и существенно превосходим их в ценовой привлекательности. 3. Красная кнопка запуска производства нажата, и автоматические линии приступили к работе. На первой сошедшей с конвейера плите фальшпола оставили подписи и пожелания почетные гости открытия. Так ознаменовалось начало большого дела, которое непременно найдет отклик у потребителей. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.